Здравствуйте, вас приветствует компания Nika Style. Сегодня у нас обзор комплекта для девочек 12Z08. Вот такие стильные, очень красивые комплекты, выполненные из итальянской полушерстяной пряжи, в составе которой 50% шерсть, 50% акрил. Шапки выполнены на подкладе. Подклад у нас из флиса. Вот такой вот очень приятный на ощупь розовый флис. Температурный режим данной модели у нас до минус 25 градусов, то есть прекрасно выполнит свою роль и согреет ребенка как в средней полосе, так и на севере при не очень сильных морозах. Модель представлена в трех цветах. Это светло-розовый, розовый-меланжевый, то есть здесь у нас ниточка двух цветов, такая вот красивая, и фуксия, очень яркая, насыщенная. Наши комплекты прекрасно сочетаются с другими изделиями Nika Style, помогут завершить образ и сделают вашего ребенка стильным. Комплекты представлены в двух размерах: 50-54 и 54. Для того, чтобы узнать размер вашего ребенка, нужно замерить обхват головы. Это и будет необходимый размер. Для безопасного нахождения ребенка в темное время суток на комплектах имеются светоотражающие нашивки. Вот такие вот фирменные на шапке и на снуде. Они сделают более заметным вашего ребенка, что очень важно. Вот такой вот у нас снуд в комплекте. Он очень мягкий, поэтому легко драпируется на шее. Мне кажется, это прекрасный вариант для подростка, которому, как правило, некогда заниматься завязыванием шарфа. Его можно надеть небрежно, и он все равно будет смотреться очень стильно. А самое главное, выполнит свою функцию, защитит от холода вашего ребенка. Думаю, понравится любой девочке.